Всем привет! Решила снять видео раскрашенных работ за ноябрь, так как хочу начать что-то новое, и эти работы уже покажу, так как что-то идет у меня раскрашивание с малым интересом. В котомемах раскрасила кошечку, где мои нелюбимые завитки в пастельных тонах карандашами. Вот такую кошечку. Марии Тролли, цветочной магии. Титульный лист. Колбочка с девочкой, с растениями. Ну, эта мышка, я вроде бы ее не показывала. Здесь олень. Здесь краски и карандаши. Так, ну, вроде больше здесь ничего нет, так как это вроде я уже показывала. Вот еще маки с девочкой. Ну, если что-то покажу, то, что показывала, уж извините, так как закладки я не поклала в эту раскраску. Здесь цветочный узор карандашами. Здесь карандаши цветные и гелевые ручки с фикс прайс. Розочка, акварель и немножко фиолетовый цветной карандаш. Ну и вроде в этой раскраске больше ничего не раскрашивала. Раскрасила картинку в большой книге волшебных раскрасок акварелью и немножко с использованием цветных карандашей. Раскрашивала картинки в напечатанных иллюстрациях. Здесь цветными карандашами. Такой портретик раскрасила. И в распечатках раскрасила такую девушку в шляпе на розовой тонированной, не тонкой бумаге. Марии Тролли. Так, в дивной луне вроде была у меня иллюстрация. Это лисичка, где, ну, не до конца докрасила. В принципе, надо было еще бабочку, но я ее ставила желтой. И спящую в цветочках девочку. Ну, тоже получилось так пастельно. Здесь, конечно, надо было по-хорошему расставить контрасты, но что-то меня на дальнейшее раскрашивание на страничке уже не тянет, поэтому я ее ставила такой. Если не хочется, значит, я уже не раскрашиваю. Акварелью детской раскрасила снеговичка.
И раскрасила такую новогоднюю игрушку. Это раскраска детская новогодняя. В принципе, здесь работ много и другой новогодней раскраски. В принципе, и не требуется. Здесь их очень много. И, в принципе, они везде одинаковые. Пораскрашивала в книге Хьюги. И здесь я раскрасила две работы. Раскрасила такого новогоднего оленя. Здесь на акварель и гуашь. А также раскрасила девочку со снежинками. Здесь цветные карандаши, акварель и белая гуашь. Ну, здесь цветные карандаши. Только вот стал раскрашивать. Она не докрашена до конца, но все равно покажу. Раз раскрашивать начала. Также в Хьюге уютной раскраски цветными карандашами. Вот на такой стадии, но, наверное, тоже возвращаться. Может быть, не буду, так и оставлю домик. В магическом доме страничка первая. Вот также раскрасила ведьмочку цветными карандашами и немного акварелью. Возможно, что-то я еще раскрашивала, но быстро найти не могу. Здесь еще не до конца. Здесь надо было еще руки раскрашивать, огонек. Ну, вот так вот, на таком этапе у меня работа. Раскрашиваю в данное время. Возможно, что-то я и забыла, но пусть это будет раскрашено за ноябрь. И еще одна раскраска. Раскраска Азии. Здесь я раскрасила вот такую японочку. Она у меня не такая контрастная. Мне не хотелось делать слишком красный фон. И здесь акварель. И, в принципе, может быть, не крашу так ярко на своей странице, чтобы не испортить, возможно, цвета, чтобы не пропитались. Ну, в принципе, я не хочу даже волосы делать такими насыщенными черным цветом, темным. Хочу оставить так прозрачные. И цветы. Ну, получилась у меня такая не яркая, не контрастная работа. Вот такая. Здесь акварель и карандаши. Выполнялась она очень быстро. Просто хотелось попробовать. Поэтому раскрашивать с такой яркостью я не буду. Пусть она будет вот такая. Можно сказать, бледненькая. На этом ноябрьские работы закрыты. 17 дней. Сегодня 17 ноября. И далее я буду уже раскрашивать за декабрь. Так как раскрашивание что-то у меня не продвигается. Поэтому пусть будут это ноябрьские работы. Всем пока!